сейчас мы пройдемся по улице одной из самых старых в городе. Здесь находятся останки стены от крепости. Эти постройки очень старые и очень исторические. Вот сейчас подходим к музыкальной школе, которая была. Она существует с 1521 года. Вот музыкальная школа с противоположной стороны от крепости. И мы продолжаем идти по улице. Сейчас я попытаюсь найти очень интересное сооружение, которое на меня произвело впечатление. Заодно посмотрим, как украшают к Рождеству и Новому году дома. Здесь в центре не очень много домов украшено. Но если уж украшено, то по-серьезному. Вот так, например. И дальше. К ним стоят такие вот. Вот мы идем по старой мощеной улочке. Да, отсутствие украшений даже удивляет, потому что вообще весь город до сих пор украшен. Хоть Рождество прошло, но Новый год еще впереди. Вот в окнах стоят щелкунчики. Висят какие-то украшения новогодние. Конечно, это лучше видно вечером, когда светится иллюминация. В каждом окне горят свечки, иллюминация, балконы, деревья возле домов, кусты возле домов, входные двери украшены гирляндами. Вот тоже. Красивое новогоднее украшение. И вот мы приближаемся к этому интересному сооружению, о котором я говорила. Так понимаю, что это то ли колонка, то ли колодец. Какой-то резервуар для воды. Мы посмотрим, что он из себя представляет. Такая как колонка, все закрыто крышкой. Как мне подобраться, я не представляю. Но тем не менее, вот такая бочка стоит.